Стопудово. Мы одна из самых дефицитных профессий. Только на муниципальной службе не хватает 12 тысяч архитекторов. Только на муниципальные. Я не говорю про частные. Меня зовут Никита Маликов, я архитектор, а это Тверь Тим. Архитектор создает самый массовый продукт потребления в жизни. То есть вы с архитектурой сталкиваетесь чаще, чем дышите. То есть вот сейчас вот вы контактируете ногами с архитектурой и глазами ее видите. Чаще, чем вдыхаете. Я считаю, что этот проект уникален не только даже в рамках города, и не в рамках России, а в рамках мира. Это образцовый микрорайон, где соотношение такого качества, ну, на тот момент, а это было 150 лет назад сделано. Вы представляете, что в шаговой доступности и школа, и училище, и библиотека, досуг, питание, работа. Где вы видели новые микрорайоны сейчас вообще в России, в мире, где вы можете буквально в тапочках за 5 минут посетить все основные места? А если мы будем застраивать все, там, весь город такими домами, как Брусилово, то и вкус мы, к сожалению, не воспитаем у людей. Моя профессия и все, на что я делаю, ориентировано на внешних потребителей. Я могу оценить ремонт своей квартиры, который я делал сам один с вами. Да, он хороший, но я не могу оценить то, что я делал для большого количества людей. Они должны это оценивать. Если большинству нравится хорошо, значит, у меня как бы лайков много, можно так сказать. Если не нравится, значит, у меня много дизлайков. Именно архитектура – это именно вот этот тип мышления, и благодаря этому типу мышления архитектор – одна из долгоживущих вообще. Ну, то есть люди-архитекторы очень долго живут, они умирают в достаточно преклонном возрасте, там 80-90 лет, из-за того, что мозг работает по-другому и не дает организму очень стареть быстро. И всегда сохраняешь какую-то деятельность. Это благодаря такому типу мышления.